Битва за кубок губернатора. В минувшие выходные состоялось открытое первенство и чемпионат Ивановской области по всестилевому карате. Такие соревнования проходили в регионе впервые. Участие в них приняли более 500 сильнейших спортсменов боевых видов из 7 регионов страны. В программе мероприятия все виды карате и сравнительно новый вид спорта – комбат, самооборона. Сегодня у нас демонстрируется ПК полуконтактный карате, это кёкушинкай карате. И комбат самообороны – один из разделов сейф-комбат, средств защиты. Набирает обороты, тем более он стал сейчас видом спорта официальным. Ребята, вот, мужчины у нас сегодня бьются, они с присвоением кандидатов в мастеров спорта. Под куполом Олимпии настоящий праздник силы и духа. Жесткие бои и зрелищные показательные выступления. Спортсмены состязались параллельно на 4 татами и ринге, потому зрители могли наблюдать схватки сразу в нескольких видах боевых искусств. Участие в турнире приняли как опытные бойцы, так и совсем маленькие каратисты. Сегодня на турнире выступают ребята, которые хотят попасть в сборную Ивановской области и будут представлять данное мероприятие на всероссийских играх боевых искусств, которые состоятся в сентябре в Анапе. Ивановская область уже показала, как сильный регион во всестилевом карате, и мы в любом случае приедем с победой. Победители соревнований награждены кубками и дипломами. Некоторые спортсмены удостоены звания кандидатов в мастера спорта по всестилевому карате. Лучшими в профессиональных гала-боях на кубок губернатора стали воспитанники из Иваново. Мария Попова, РТВ Иваново.